От русских народных песен до джазовых композиций из зарубежных мюзиклов. В областном центре прошел финал второго городского вокального конкурса «Твой голос». На сцене Биробиджанского дворца культуры выступили лучшие певцы еврейской автономии, как профессионалы, так и любители. Финальному концерту предшествовал отборочный этап. Заявок было много, но прошли отбор не все. В отборочный тур было представлено 23 заявки, 22 участника. Финальный тур, то есть сегодня, вышли 19 конкурсных работ в трех возрастных категориях от 12 до 18, от 19 до 30 и от 31 до 55 лет. Программа финального концерта получилась очень разнообразной. Для выступления артисты выбирали свои любимые песни. Со сцены звучали вокальные номера как на русском, так и на иностранных языках, от народных и ретро до джазовых и эстрадных композиций. Каждого участника оценивали члены жюри, обращали внимание на вокальные данные, стиль исполнения и артистичность. Определить абсолютного победителя было непросто. Обсуждение результатов затянулось. Но в итоге члены жюри пришли к единому мнению. Обладательницей гран-при второго городского вокального конкурса стала Варвара Каморникова с песней из мюзикла «Смешная девчонка». Я очень сильно переживала, очень много готовилась к этому номеру, очень долго готовилась, днями, ночами, сутками все учила, отрепетировала все на 100%, поэтому, переживания были. Я выходила на сцену, переживала, но все-таки все сделала. Определены были и другие призеры. Лауреатами первой степени в разных возрастных категориях стали Софья Мишукова, Арина Головатая и Наталья Болгова. Они были награждены дипломами и денежными сертификатами. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.